Игра окончена, чувак. Экстренные новости. В Лос-Анджелесе в отель «Левел» во время приема с участием звезд ворвались вооруженные преступники. Эти кадры транслируются из отеля в прямом эфире. Как видно, один из заложников – международная поп-звезда Шегги. Да. Не убивайте Шегги, Шегги круче всех. Что происходит? Пой, это не я. Пой, Шегги! Милые, удалось меня застукать. Так и надо мне, ослу. Без порток я свою соседку шпилил прямо на полу. Как я мог забыть, что сам на всякий случай дал ей ключ? Смотрите в марте! Опасная новая комедия от создателей трудоголиков. Три официанта сбежали. Может, лучше сдадимся? Чувак! Карманы-то зачем? Чтобы показать, что я безоружен. Мы их завалим. Меня зовут Алекс. С тремя иксами. Я этих долбоклюев клочья порву. Три икса означает «я, чтоб ты знал». А еще кинчик с Вином Дизелем. Фильм от Netflix. Устроим бешеный дестрой. Вы кто такие? Спецназ? Морфихи? Перевозчики, погнали! Вы что там делаете? Слава богу! Отсоси, легавый! Совсем обуел, они нам помочь хотят! Чтоб меня потом зачморили, что меня копы спасли! Ты вообще Кендрика Ламара слушаешь? Игра окончена, чувак! Как я только мог столько лет равняться на такого лузера? Я не лузер! Мужики, хватит! Ты в меня выстрелил? Я выстрелил рядом с тобой, сучок. Двадцать третьего марта.